Привет, Цой! Ты что, сейчас перепрыгнешь через... Перепрыгни сейчас через забор. Неплохо ты прыгаешь. Майя, а ты так можешь? Чеши. Силёнки не хватает, да, перепрыгнуть через забор? Почти, почти, еще немножко. Ну давай еще чуть-чуть. Так, только смотри. Ну ты какой, как страус. Так, давай на эту сторону только не перепрыгни, а то здесь саморезы торчат. С той стороны ничего нету. Майка, вам не жарко вообще, нет? Сейчас где-то градусов 25. Перестань. Ты тоже хочешь сюда, да? Хотите гулять, да, гулять хотите, скажи. Цой. Цой, что такое? Сейчас пойдем погуляем с тобой. Сейчас пойдем погуляем. Майка, ты хочешь гулять? Майя, ты гулять хочешь? Хочешь, да? Неплохо, неплохо. Уже еще чуть-чуть. Май, Май, а ну давайте сюда. Майка. Так, этот ревнивец сразу, когда начинает звать, начинает сразу звать, сразу он начинает ревновать. Майка, иди сюда. Иди ко мне, Майка. Иди ко мне. Майюшка. Иди ко мне, моя хорошая, иди ко мне. Боишься этого Цоя, да? Вот именно она очень сильно уступает. Когда он вырос, ему уже почти 12 месяцев, и очень сильно мамка уступает своему сыну. Это же твоя мама, ты чего? Цой, мама твоя. Скажи, у нас инстинкты нам все до одного места, да, Цой? Так, ладно, друзья. Подписываемся на канал, кому интересны видео с вот такими двумя собаками. И какая у них будет жизнь в дальнейшем. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока.